22 человека заявились на участие в фестивале снежных скульптур в Ухте. Напомним, изначально его планировали провести в минувшие выходные, но из-за погодных условий, на улице было довольно морозно, было принято решение перенести состязание на первый день апреля. Какая температура нужна? Чтобы, наверное, был ноль и выше, чтобы снег мог лепиться, могли со снегом работать наши скульпторы. В каждой команде до 6 человек есть и одиночные заявки. Всего в конкурсе 3 номинации, столько же дней у авторов на создание своих работ. Подведение итогов состоится 3 апреля в 14:00 в детском парке. Всех гостей ждет праздничная программа, которая начнется накануне в полдень.